И в продолжении темы. На инвестфоруме правительство республики и АФК-система заключили соглашение о сотрудничестве. Документ рассчитан на 5 лет и предусматривает взаимодействие в электроэнергетике, строительстве, здравоохранении, информационных технологиях, туризме и инфраструктурных проектах. Речь идет о реконструкции и модернизации объектов энергетики и электросетевого комплекса Башкортостана. Реализация в регионе высокотехнологичных проектов, включая расширение услуг связи и внедрение информационных систем. Правительство Башкортостана и АФК-система также планируют сотрудничать при реализации проектов по развитию в регионе частной медицины. Напомню, ранее группа компаний «Медси», которая принадлежит АФК-системе, приобрела в Уфе сеть клиник «Промедицина».